Проще простого зарабатывать деньги в интернете. Кэшбэк-сервис AliExpress с реальным кэшбэком от 7 до 15%. Заходи по ссылке в описании и возвращай деньги за покупки. Итак, всем привет, друзья, и тут наконец-то у нас Xiaomi Mi 5S поступил в продажу. Ссылочку на этот товар вы можете найти в описании к видео. Xiaomi Mi 5S вошел в линейку флагманских смартфонов компании. Компания Xiaomi сообщила о начале продаж нового смартфона, который пополнит ряды флагманских устройств. Речь идет о модели Xiaomi Mi 5S, которая работает на базе 4-ядерного процессора Snapdragon 821. Как утверждает представитель Xiaomi, Xiaomi Mi 5S оснастили 5,1-дюймовым экраном с разрешением Full HD и слотом для двух сим-карт, 4 гигабайта оперативной памяти и 64 встроенной. Новинку также дополнили основной 12-мегапиксельной камерой от Sony и MX378 с оптической стабилизацией. Габариты Xiaomi Mi 5S такие: 145,6 мм по высоте, 73 мм по ширине и 8,25 мм по толщине. То есть а вес 145 граммов. Работает смартфон под управлением Android 6.0 Marshmallow, аккумулятор емкостью 3200 мАч. Приобрести Mi 5S можно уже сейчас по рекомендованной розничной цене всего за $370. Понравилось видео? Ставь палец вверх и подписывайся на канал.